на парке Сколково с 26 по 28 октября прошел международный форум «Открытые инновации». На одной площадке для обмена идеями форум собрал инвесторов, стартаперов и лидеров ведущих научных сообществ мира. В этом году «Открытые инновации» посвящены предпринимательству и исследованию глобальных технологических трендов. В шоурумах перспективных российских технологий и на стендах спонсоров были презентованы многочисленные проекты. Один из таких проектов – Музей человека «Живые системы». Наш музей находится в Москве на метро Савеловская, представляет из себя два этажа интерактивных экспонатов. Помимо этого проводятся научные мастер-классы, научные шоу, проводятся научные лекции от известных специалистов. Барбара Пиасок, представитель заграничного аналога конференции для стартаперов «Wolf Summit», в своей лекции поделилась опытом по работе с клиентами. Она рассказала о финансах в бизнесе и ответила на вопросы слушателей. Совсем юные инноваторы смогли сделать первый шаг к освоению программирования. На территории форума были представлены 3D-принтеры и роботизированные механизмы. Мы представляем Волгоградский государственный технический университет, и мы занимаемся алгоритмами хождения вот этого робота. Сам робот производства компании НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска, мы занимаемся программным обеспечением. О фантазиях, ставших реальностью, на открытой сцене рассказал генеральный директор компании «Визера» Александр Лавров. Тема сессии – развитие технологий виртуальной и дополненной реальности. VR-зона также присутствовала на форуме. Посетить аттракционы мог каждый желающий. Международный форум «Открытые инновации» уже пятый год проходит под эгидой правительства России. «Создаем будущее» — именно так звучит девиз форума этого года. За три дня его посетило 12 тысяч участников, более 300 инвесторов и 600 спикеров со всей планеты.